Всем привет! С вами Алекс Гейч. Сегодня к нам на обзор попало сравнительно недорогое устройство, которое называется Apple TV. И всего лишь за 100 баксов вы можете получить очень классное и функциональное устройство, которое умеет делать очень классные вещицы. Смотрим обзор. Так выглядит коробка от Apple TV. На лицевой стороне изображена приставка. Дальше изображены те функции, которые поддерживает Apple TV. Она поддерживает новый Wi-Fi стандарт 802.11n. В ней есть HDMI вход. И также она поддерживает новый стандарт видео 1080 пикселей. Дальше информация на разных языках о данной приставке и, собственно, лого Apple. В комплекте с Apple TV идут приставка, сетевой кабель, инструкция по использованию и пульт дистанционного управления. Apple TV третьего поколения доступна только в черном цвете. В ней встроен процессор Apple A5, оперативная память на 512 мегабайт и накопитель на 8 гигабайт NAND флеш памяти для кэша. И внизу она прорезинена. Дальше давайте посмотрим, какие же есть разъемы у данной приставочки. Итак, у нас есть разъем питания, разъем micro-USB, порт HDMI, оптический цифровой выход и порт для Ethernet. Дальше, размеры данной приставки таковы: 23 мм высота, дальше 98 мм ширина и 98 мм глубина. И вес данной приставочки 270 грамм. И еще давайте посмотрим сейчас, как же работает данная Apple TV и как работает система iOS на этой приставочке. Поехали! Запустился Apple TV, и теперь давайте перейдем к настройке нашего устройства. Выбираем русский. Setting language to русский. Сеть Wi-Fi. Сейчас. Вот. Нашло. Alex Home. Сейчас я введу свой пароль и я вернусь. Запустилась менюшка iOS Apple TV. И теперь давайте посмотрим, как же выглядит система данного устройства. Первая строка — это топ-фильмы. Здесь отображаются все фильмы, которые сейчас популярны в iTunes Store. Дальше идут кубики приложений. У нас есть фильмы, телешоу, музыка, компьютеры, настройки. Итак, давайте откроем, к примеру, фильмы. Сейчас посмотрим, что у нас в фильмах. Топ-фильмы, жанры, покупки, Genius и поиск. Топ-фильмы у нас есть тут Skyfall. Вот, к примеру, открываем Skyfall. И тут мы можем смотреть трейлер, взять в прокат этот фильм, купить HD качество данного фильма, то есть этот фильм в HD качестве, добавить его в список желаний и еще посмотреть различные отзывы о данном кинофильме. Дальше смотрим, что же еще у нас есть в менюшке. Телешоу, музыка, компьютеры. О, компьютеры — это домашняя коллекция, и с помощью этой функции мы можем включать нашу домашнюю коллекцию, которая есть на нашем компьютере Mac или PC в iTunes, и проигрывать с нее различную музыку, фильмы и подкасты и телешоу. Вот, к примеру, сейчас я включил домашнюю коллекцию со своего компьютера Mac, открыл песни. Вот сейчас открываем. Вот. Открываю песенку, трек. Все просто бомба. Очень классно проигрывает. Так же самое мы можем проигрывать наши фильмы, телешоу, подкасты. Вот, открываем какой-то клип.
про Gangnam Style. Вот такая же самая ситуация. Таким самым образом мы все проигрываем. Смотрим, что же еще есть на нашем Apple TV. Настройки, Netflix. Netflix, к сожалению, для нас недоступен. Hulu Plus. Можем смотреть бейсбол, баскетбол по онлайну, NHL, хоккей, трейлеры из фильмов нам также доступны. Недавно Apple внедрила данное приложение в App Store и вообще поставила его на Apple TV. Можем смотреть трейлеры из различных фильмов в данном приложении. Дальше YouTube. Полноценный YouTube для Apple TV. Можем смотреть подборки, популярные видео, последние, высокий рейтинг. Открываем популярные. И вот, Челябинск, там авария была, да? А нет, стоп, метеорит, да, упал. Сейчас открываем. Вот, какой плеер. Можем ставить на паузу, воспроизводить дальше. Продолжительность ролика. Просто бомба. Очень хорошо все проигрывает через YouTube. Можем включать наш профиль, смотреть все наши подписки. Дальше. У нас есть приложение подкасты, радио. О, радио. Очень хорошая штучка. Можем включить, например, под утро какое-то радио. Флешбэк, к примеру. Вот, 80-е. Сразу, вот видите, сразу пишет имя исполнителя и название данной песни, что очень хорошо. Сразу можем ВКонтакте себе вбить название песни и сразу ее скачать на наш компьютер. А фотопоток. В фотопотоке отображаются все фотографии, которые мы загружаем с наших девайсов iOS, iPod Touch, iPhone, iPad в наш совместный с iOS и Apple TV, Apple ID, Flickr и Wall Street Journal. И, наверное, самая главная функция в этом Apple TV – это AirPlay Mirroring. Мы можем показывать экран нашего iOS-устройства и также Mac-устройства на нашем Apple TV. Сейчас я покажу вам, как же это все работает. Вот мой iPad mini. Сейчас я открою на нем AirPlay Mirroring. Нажимаем два раза на кнопочку Home. Здесь открываем AirPlay. Вот кнопочка AirPlay. Apple TV. Открыть доступ. Видеоповтор. И смотрите, что происходит. Вот на нашем телевизоре, на Apple TV, отобразился экран нашего iPad. Вот он. И тут мы можем управлять вот полноценно нашей системой iOS, можем открывать вкладки из Safari, то есть полноценно пользоваться нашим iOS-устройством, только вот в таком большом виде. Еще можем играть в игры, полностью свободно играть в игрушки. Вот сейчас я запустил свой Extreme Road Trip. Вот, смотрите, просто бомба. Все так плавно работает. И вот на своем iPad я управляю, а на Apple TV все показывает. Показывает весь процесс. Дальше. Давайте попробуем запустить онлайн-фильм с помощью этого AirPlay Mirroring. Вот, я запустил сайт baskino.com, который я показывал вам в своем прошлом видео, предыдущем. Окей, «Холодная война». Открываем. И запускается сейчас вот экран моего устройства iOS. И вот, смотрите. Проигрывается полноценный фильм на нашем iPad. Вот такая штука. Сейчас покажу. Вот. Тут у нас
отображаются все органы управления. Вот. А вот сам фильмец. Можем перематывать с помощью iPad. Фильм. iPad Phone. Вот всю эту графику на стороне Ли. Все бомба. Он обладает высокой академической квалификацией по управлению и кураторству. И через 6 минут... Вот такая функция. Просто бомба. Только что вы посмотрели обзорчик этого очаровательного устройства Apple TV третьего поколения. Я думаю, что вы обязательно его купите, и он вас очень сильно заинтересует. И особенно те функции, вот AirPlay Mirroring, то есть передача экрана вашего iOS-устройства и Mac-устройства на ваш Apple TV, и также просмотр разных видео на YouTube, и еще фотопоток в Apple TV. Это вообще очень классные функции, и заради этих всех функций стоит покупать такой классный девайсик, как Apple TV. И, пожалуйста, ставьте лайк за сегодняшний видеообзор. И еще пишите в комментариях ваши отзывы об этой Apple TV. Вступайте в нашу группу ВКонтакте и фолловьте наш Twitter-аккаунт. Ссылки на Twitter и ВКонтакте вы можете найти в описании под этим видео. И еще, как всегда, подписывайтесь на наш YouTube-канал для следующих видеообзоров. Пока!